Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 18.17. Решите графически систему уравнений. В пункте А нам дана система таких уравнений. Y равно минус 5 разделить на x. И второе уравнение Y равно минус 5. Для того, чтобы графически решить систему уравнений, нужно построить в одной системе координат график первого уравнения, график второго уравнения и найти точки пересечения. Координаты точки пересечения и будут решением системы уравнений. Начнем построение. Итак, строим первый график. Y равно минус 5 разделить на x. Но это гипербола. Для того, чтобы ее построить, мы будем задавать положительные значения x в начале и получать соответствующее значение y. Таким образом, получать точку. Итак, начнем. Плюс 1 по x. Тогда y будет равно минус 5. Минус 5. Пусть x принимает значение 2 с плюс. Тогда y будет минус 2,5. Пусть x 2,5. Тогда y будет равен 2. Ну и 5. Пусть x равен с плюсом, 5 с плюсом. Тогда y будет минус 1. Соединяем точки, чтобы получить первую ветвь нашей гиперболы. Теперь задаем отрицательное значение x. Итак, x минус 1, минус 1. Тогда y будет положительным, 5. X минус 2. Тогда y положительное и будет 2,5. X минус 2,5. Тогда y будет плюс 2. И если x принимает значение минус 5, вот минус 5, то x принимает значение плюс 1. Так, и таким образом мы получаем вторую ветвь гиперболы. График построен. Теперь строим график y равно минус 5. Ну, y равно минус 5. График этого уравнения или этой функции представляет собой прямую, параллельную оси x и проходящую через отметку минус 5 по y. Вот отметка минус 5, и вот мы строим прямую, и вот у нас получается такой график. Теперь мы ищем точки пересечения. Точка пересечения у нас одна, вот эта точка. Находим ее x-координату, x равно 1, при этом y равно минус 5. Это и есть решение системы уравнений. Пункт Б. В пункте B нам дана такая система. Y равно 4 разделить на x. И y равно x плюс 3. Начнем построение. Первый график. Y равно 4 разделить на x. Это гипербола. Задаем положительное значение x, получаем значение y. Итак, при x равном 1, y равно 4. При x равном 2, y 2. При x равном 4, y, 1. Ну, еще зададим y, x равно 6. Тогда у нас получается 4 шестых, это 2 третьих. Ну, если мы зададим значение x 2 третьих, тогда у нас получится 4 разделить на 2 третьих. Получится 12 вторых, значит, получится 6. Это если x 2 третьих. Так, теперь соединяем точки плавной линии, получаем первую ветвь нашей гиперболы. Теперь задаем отрицательное значение x. Итак, x равно минус 1, вот минус 1. Тогда y равно минус 4, x равно минус 2, y минус 2, x равно минус 4, y тогда минус 1, x минус 6, y 2 третьих с минусом. Ну и если x минус 2 третьих, то y получится минус 6. Теперь соединяем точки плавной линии, получаем вторую ветвь гиперболы. И теперь строим график y равно x плюс 3. Это прямая. Для того, чтобы построить, нужно две точки.
При x равном 0, y равно 3. При x равном 2, y равно 5. Проводим прямую через эти точки и смотрим точки пересечения. Итак, мы имеем две точки пересечения. Вот первая точка пересечения. Запишем ее координаты. По x ее координата 1, по y ее координата 4. Значит, 1, 4 – это координаты точки пересечения. И эта точка, координата x и координата y являются значениями x и y, решением системы. Еще у нас вторая точка пересечения есть, ее координата по y минус 4 и по x минус 4, по y минус 1. Значит, координата еще минус 1, минус 4 по x и минус 1 по y. Система имеет два решения. Пункт В. В пункте В мы имеем систему y равно 3 разделить на x. Первое уравнение и второе y равно минус 1. Так, строим гиперболу y равно 3 разделить на x. При x равном 1, y равно 3. При x равном 2, y равно, ну, 3 разделить на 2 будет 1,5. При x равном 3, y равно 1. Так, при x равном 6, y равно 1 вторая. И при x равном 1 вторая, y равно 6. Соединяем точки. Получаем одну ветвь гиперболы. Теперь задаем отрицательное значение. X минус 1, x минус 1, y минус 3, x минус 2, y минус 1,5, x минус 3, y минус 1, x минус 6, y минус 1 вторая. И x минус 1 вторая, y минус 6. Так, соединяем плавные линии точки. Получили вторую ветвь гиперболы. А теперь нам нужно построить y равно минус 1. Это прямая, проходящая через отметку минус 1 по y и параллельная оси x. Смотрим точки пересечения. Вот единственная точка пересечения у нас получилась. Ее координата x минус 3, координата y ее минус 1. Значит, координата по x минус 3, по y минус 1. Эта точка является решением системы уравнений. И последняя система в пункте Г. Y равно минус 3 разделить на x и y равно x плюс 4. Так, первое уравнение y равно минус 3x. Это графиком этого уравнения будет гипербола. Задаем положительные значения x, получаем отрицательное значение y. Значит, при x плюс 1, y минус 3. При x равном 2, y получается у нас минус 1,5. При x равном 3, y минус 1. При x 6, y минус 1 вторая. И при x 1 вторая, y минус 6. Так, теперь задаем отрицательное значение x. Минус 1, y 3, минус 2, минус 2, 1,5, минус 3. Это плюс 1, минус 6, 1 вторая, x. Минус 1 вторая, y плюс 6. И теперь построить y равно x плюс 4. Так, это прямая, две точки находим. При x равном 0, y равно 4. При x равном 5, при x равном 0, y 4. И при x равном 1, y будет 5. Через эти точки проводим прямую и ищем точки пересечения. Вот первая точка пересечения, ее координаты минус 1 и по y плюс 3. Минус 1,
и плюс 3. Координаты точки пересечения, значит, это одно решение системы. И вторая точка пересечения, ее координата x минус 3, координата y ее единица. Значит, минус 3, единица. Это второе решение системы. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.